сегодня мы реально отправимся в лес к сиреноголовому. Целые 2 следа сиреноголового. О, господи, ты тоже это слышала? Да. Это... Да, ходи. Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис. И бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь, бади, ты же знаешь, придёт время, супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я, как вижу, причем песне очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою супрем-банду, чтобы выставать себе пати на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И супрем-банда, вы не поверите, но сегодня будет реально очень жесткое видео. Потому что сегодня мы отправимся в настоящий лес, где живет сиреноголовый. Многие из вас просили, чтобы мы уже это сделали. У нас уже очень длинная история сиреноголовой. Мы его каким-то образом призвали к нам в квартиру в Киеве. Он был реально в нашей квартире. После чего я сделал на него куклу Вуду и чуть ли его не уничтожил. Но была одна проблема, банда сиреноголовый бессмертный. Я ему отрезал рупор, и он все равно продолжал жить. После всего этого банда я купил дрон и отправился к месту, где живет этот сиреноголовый, в тот лес, в который мы сегодня идем. И сняли с моего дрона реального сиреноголового. Это была настоящая жесть. И в том видео банда мой дрон вышел из строя, он просто его украл. Именно тогда я потерял свой первый дрон, и мне пришлось купить новый. И сегодня, банда, я очень надеюсь, что у меня получится вернуть мой дрон. Просто представьте, насколько это будет круто найти мой первый дрон. И Supreme Банда, мой канал преодолел отметку 1 000 000 подписчиков. И я благодарен каждому из вас. Ведь если бы не вы, не было бы и меня. Так что, Supreme Банда, этот праздник наш общий. Но, банда, не уходим от темы. Сегодня мы реально отправимся в лес к сиреноголовому. А также, брат, давай на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я попробую со своего дрона снять настоящего Cartoon Cat, тот самый нарисованный кот. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. В своих с Настей инстаграмах мы общаемся с вами, Supreme Банда. Всего лишь тебе нужно подписаться на мой инстаграм и на инстаграм Насти, написать нам директ, и все. Уже совсем скоро мы тебе ответим. Так что будь скорее, со ссылкой в описании, ставь лайк, а мы тем временем отправляемся в лес сиреноголовому. Погнали! Окей, Supreme Банда, мы прибыли на место, и вы не представляете, что сейчас я вижу. Это та самая башня, о которой я думал, что здесь живет сиреноголовый. Просто посмотрите на это. Как же она жутко выглядит. Она реально полностью подходит для сиреноголового. Такая жесть, банда, меня прям мурашки по коже. Тем не менее, бро, мы сейчас в первом лесу, там, где мы не сняли сиреноголового. Его же мы сняли в втором лесу, который поменьше почему-то. А также, банда, я еще взял с тобой штатив, чтобы поставить на него камеру, которая фотографирует только в том моменте, когда есть какое-то действие. То есть, если кто-то будет проходить, либо двигаться, камера будет дофоткать. Если же никто не будет проходить, то фотографии, естественно, не будет. Именно поэтому, банда, я очень надеюсь, что сегодня мы снимем реального сиреноголового без помех. Ведь раньше мы только его снимали всякими глич-помехами. А сегодня мы, возможно, увидим его прям четко. Максимально четко, как только можем. Именно поэтому, бро, давайте уже отправляться к тому второму лесу. Итак, банда, вот там тот лес. Именно там мы сняли сиреноголового. Я очень переживаю, банда, но надеюсь, что мы сегодня ее реально снимем. Тем не менее, бро, мы уже почти подошли к этому лесу. Господи, просто посмотрите, какой же он жуткий. Окей, где-то здесь был вход, мы его снимали тогда с дрона. Также, банда, и надеюсь, что вы понимаете, что отправиться в лес к реальному сиреноголовому — это самое опасное, что мы можем только делать. Я очень надеюсь, что вы поддержите нас лайком. И, возможно, мы отправимся в другие лесы, где мы уже снимали монстра, к примеру, того же самого клоуна-убийцу. О, черт! Тот вход, банда, который мы снимали, его завалило деревом. Оно упало, мы больше туда не войдем. Такого я точно не ожидал увидеть, что именно здесь будет вход полностью завален этим деревом. Возможно, здесь уже тоже нету сиреноголового, но мы все же должны проверить. Именно поэтому я думаю, что именно здесь и нужно поставить камеру, которая будет фоткать движение. Окей, Supreme Банда, вот та самая камера, о которой я вам уже рассказывал. Посмотрите, какая она старая, это просто жесть. Но эта камера и фотографирует, когда что-то двигается. Также, банда, мне все еще непонятно, почему люди так просто допускают, чтобы здесь жил сиреноголовый. Почему они куда-то не пожалуются в какую-то зону 51? Тем не менее, бро, я уже ее включил. И по идее, банда, она должна фотографировать то, что будет здесь двигаться. И я очень надеюсь, что она реально что-то сфоткает. А мы тем временем попробуем найти какой-то другой вход в этот лес. Окей, Supreme Банда, мы уже здесь где-то 15 минут. И мало того, что нас уже очень сильно искусали комары, так еще от этого леса веет какой-то странной энергетикой. Как будто где-то здесь недалеко кладбище. Или, возможно, это все из-за того, что сиреноголовый очень много убивал. И здесь очень много мертвых душ. Тем не менее, бро, мы все еще ищем вход. А также, банда, если мы вдруг только услышим сирену, мы сразу же будем убегать. Я не хочу лично рисковать своей жизнью ради этого монстра. Окей. О, посмотри, видишь? Да. Мне кажется, что можно пройти. О, посмотри, здесь вообще есть какая-то тропинка. О, господи, Supreme Банда, у нас получилось. Это второй ход в этот лес. О, господи, мне так стрёмно. Просто посмотри, как там темно. Окей, Supreme Банда, думаю, все-таки стоит туда войти. И здесь реально какая-то тропинка. То есть, по идее, сюда и ходят люди, или как это понять? Потому что сиреноголовый огромный, он бы не сделал такую маленькую тропинку. Окей, я пока здесь ничего стрёмного не вижу, чтобы было максимально связано с сиреноголовым.
господи, Supreme Банда! Мы реально входим в этот лес, только вдумайтесь в это! О, господи, это такая жесть, черт! Сними это дерево, это жесть, какое оно стрёмное! Оно полностью обрубленное! Окей, я пока что, в принципе, ничего не вижу! О, господи! О, черт! Господи, ты видишь это? Кто? Это же мой дрон, Supreme Банда! Там какой-то жук! Мы все-таки нашли его! То есть Сиреноголовый отнес его в свое логово! Это просто жесть, окей! Я уже забираю его домой! Теперь у меня целых два одинаковых дрона! Господи, мне просто в это не верится! Мы все-таки нашли его! Есть! Окей, Банда, я насколько рад, что нашел свой дрон, что уже прямо сейчас готов ехать домой! Потому что свой план я выполнил! Но все же, Банда, я думаю, что нужно оставить камеру на некоторое время! И если повезет, она сделает реально уникальные снимки! Возможно, даже настоящего Сиреноголового! Но все же, Банда, я уже очень рад! Господи, ты видишь это тоже? Да. Черт, что это такое? Просто жесть! Неужели это след Сиреноголового? Посмотри, какой он огромный! О, господи, Банда, вы тоже это видите? Это такая жесть, мне просто это не верится. Посмотри, там второй, ты видишь это? Да, вижу. Здесь целые два следа Сиреноголового. Он такой необычный, как будто какой-то спиннер, или как это понять? Это такая жесть, просто гляньте, какой он огромный. Это реальный след Сиреноголового, господи. Мне просто в это не верится. И посмотрите, кстати, нужно обратить внимание на то, что они довольно свежие. То есть получается, что Сиреноголовый был здесь недавно. Получается, он все еще здесь сходит. Так что теперь я уверен на 100% что наша камера его снимет. О, господи, ты тоже это слышала? Да. Это была сирена, черт. Окей, думаю, уже нужно уходить. Давай сидим в машине, подождем немного, и тогда вернемся. Да, хорошо. Окей, Supreme Банда, прошло где-то 2 часа, и сирена ни на секунду не перестала работать. Я уверен на 300%, что это Сиреноголовый. Тем не менее, бро, мы сейчас вернемся к тому лесу, чтобы забрать камеру, которая должна фоткать. Я очень надеюсь, что она сделала какие-то интересные кадры. Тем не менее, бро, мы уже где-то здесь. Где-то здесь должна быть та камера, ты видишь ее? Нет, не вижу. Господи, неужели он ее забрал? Неужели Сиреноголовый украл мою камеру, как когда украл дрон? Это просто жесть, Supreme Банда, я реально ничего не вижу. Она же была где-то здесь, куда она делась? Ты видишь ее, Настя? Нет, не вижу. О, вот она, скорее. Просто жесть, я кто-то толкнул. Господи, просто посмотрите, вот штатив. Куда делась камера, ты видишь это? Да. О, черт, просто жесть, где она? О, господи, все-таки кто-то столкнул это. Получается, Банда, что здесь все-таки кто-то был, потому что кто-то столкнул эту камеру. Просто посмотрите, какая камера мокрая, это жесть. Я очень надеюсь, что она хоть что-то сфоткала. Окей, Банда, флешка на месте, то есть мы увидим, какие кадры здесь были. Потому что камеру 100% туда пихнул. Ты тоже это слышишь? Да. Где-то там, черт, приближается сирена. О, господи, это просто же скорее, Настя, убегаем в лес! Скорее, Настя, черт! Это он идет сюда, он идет домой! О, господи, просто жесть, Банда! Мне в это прям не верится! О, черт! Скорее, беги! Бегу! Настя, вообще, я оборачиваюсь, чтобы их не заметил! Да, хорошо! Где-то здесь был вход, скорее, Настя! Просто жесть, черт! Окей, забегай сюда! Выключай скорее все, свет выключай, просто сидим здесь тихо! О, господи! Это просто жесть, Банда, это был реально он. Окей, сирена, кажется, уже ускоряется. Он явно сюда подходит. Господи, старайся быть максимально тихой, чтобы он тебя не услышал. Хорошо. Это просто жесть. О, мне кажется, или сирена становится тише. Да, мне тоже так кажется. Возможно, он возвращается в то здание. Возможно, это реально его дом, то огромное здание, которое мы снимали. О, ее вообще уже не слышно. Он просто затих. Это просто жесть. Окей. Окей, Supreme Банда, вы это слышали? Назряна только что чуть ли не убил Сиреноголовый. Я думаю, что уже можно возвращаться домой, тем более, что камера уже он... Ты слышала это? Господи, беги! Беги, не оборачивайся! Это я, но он сейчас! Господи! Это просто жесть! Беги быстрее, Настя! Я бегу, бегу! Господи! Возможно, где-то здесь спрячемся. О, посмотри, там какой-то сарай открытый. Быстрее идем, только тихо.
просто жесть, Супрембанда! Мы еле убежали от сиреноголового! Скорее дай камеру и ноутбук, чтобы мы посмотрели, что там снято! Да, хорошо! Окей, Супрембанда, я не знаю, куда мы забежали, но здесь, видимо, очень много людей живет! Здесь куча велосипедов! Тем не менее, бро, вот камера! Здесь лежит флешка, на которой должны быть фотографии! Окей, банда, вот флешка! Я очень надеюсь, что она хоть что-то сфоткала! Окей, я подключил... О, черт! Просто посмотрите! Здесь целых 3 фотографии, видно? Это такая жесть! Окей, банда, давайте посмотрим первую фотографию! Посмотрите на это! Здесь прямо чётливо видно ноги сиреноголового, это видите? Мне просто в это не верится, Супрембанда! У него реально очень огромные руки! В принципе, мы сняли его немного сблизи даже на эту камеру! Окей, банда, давайте посмотрим вторую фотографию! О, посмотрите, сверху видно его рупор и зубы! Это такая жесть! Получается, он как-то нагнулся, чтобы посмотреть в эту камеру! Это просто жесть! Камера реально только реагирует на то, что происходит вокруг него! Окей, банда, третья фотография. О, господи, вы тоже это видите? Это же эти рупоры сиреноголового, его шея и его туловище. Это такая жесть. Возможно, именно в этот момент он и пихнул камеру. Это упало, кстати, вместо с камеры, и камера отпала. Это просто жесть, Супрембанда. У нас тут целых 3 фотографии сиреноголового. Все они очень странно выглядят. Тем не менее, про все еще в шоке, что нам все-таки удалось спастись от сиреноголового. Мы забежали в какой-то сарай каким-то людям, которые нас явно не знают. Я очень надеюсь, что мы уже сейчас сюда убежим. В худшем случае нам придется ждать до утра. Тем не менее, провод комнаты с прошлого видео. Просто какие-то шикарные и для комментарии. Но подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Потому что в своих инстаграмах мы общаемся с вами, Супрембанда. Напиши нам директ, и мы уже тебе совсем скоро ответим. А также, бро, помни одно. Оставайся такое шикарное. Пока!